Хейлгай, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Death's Gambit. Ну что, в принципе, я немножко пофармил хотя бы для того, чтобы нафармить себе 4 уровня. 4-5 уровней. Чтобы, так сказать, немножечко ускорить процесс нашей игры. Ну вот, как вы видите, у нас 692, но дальше все равно будет по плюс 10. Поэтому, ну там, такой себе. Так, 9, 5, по 9, да? 13. Гоу. Мне там подходит еще, чтобы апнуться? Да, видите, то есть урона у меня вообще нету. Я вот так, получается, фармил. Просто бегал таким образом. Быстренько бежал сюда. Оп. Бац. Наверх. Раз, два. Третий туда. Бежим. И я понял, короче, шарики. Насчет шариков. У меня он срабатывает только тогда. Ну, сейчас вам покажу. Стрелы, кстати, я могу вражески отбивать. Своим же выстрелом. Я еще могу один уровень вкачать. Давайте... Я не знаю, до скольки мне нужно выносливости. По сути, мне и хп нужно вкачать будет. Повысить уровень. Живучесть бы, конечно... А, по десятке живучесть за один уровень. Серьезно. Может, двойки. Так, это 7. В принципе, можно выносливость вкачать. Пусть будет и дальше урон в натуре вкачивать. Ну, ебать, мне только опыта нужно будет сейчас. Ладно, давайте хотя бы ближайших врагов поубиваем. 2-2-2-2. Выносливость у нас. Просто шкала выносливости. Ну, я говорю, что выносливость наша первая очередь. Так как мы с вами играем за мага, нам, конечно же, первым делом нужна эта выносливость. Все, теперь погнали дальше изучать. Видите, у меня сколько выносливости. Как я понимаю, наверх я пока попасть не могу, да? Хотя, кто сказал, что я не могу, я могу через лестницу это сделать. Ага, либо не могу. Ладно, ждем, пока он пролетит, быстро бежим. А, кстати, у меня же там много всяких предметов. Давайте вам как раз покажу предметы. У меня просто легкие по ножи, стратегические. Но они одинаковые. Их можно вообще продать как-то, не знаю. Ладно, давайте поэтапно. Легкие по ножам. По ножи военного образца из легкого металла обеспечивает приемлемую защиту. Пораженный множественной армии, атакованный Серадон. Так, обеспечили казнь практически неиссякаемым запасом металлом для переработки. Несмотря на это, королевство продолжает быть в упадке, а его солдаты оснащены разливающимся оружием и броней. Развивающе. Так, и поработинков у нас такие есть. Ну, типа, мне не нужно вообще на сам... Хотя, подожди. Что у меня где-то? У меня где-то живучий. Сила и ловкость мне пока что не всралось, потому что у нас можно не качать only интеллект. Потому остальное мне вообще не нужно. Владовский длинный меч. Длинный меч стандартного владовского образца. Вырукать. Лол, подожди, то есть... У меня бы изначально было 45 урона. То есть топор, наверное, там бы по 50 урон был. Еее, я бы ваншотил этих чуваков бы с одной тычки. Так, ладно. Солнце камень.
Сияющие камни, которые может ответить темноту пространства. Его можно метнуть. Эти камни поглощают солнечный свет, излучая приятный свет и теплоту. Когда наступает ночь, они уже давно зашли в постоянный обиход. На улицах Видоса и многих других городов. Короче, вариант типа фонари. Глаз бездны. Аккуратное заклинание, призывающее третий глаз, входит в зловещие рассказы о культистах, выкладывающих себе глаза и бросающих их в огонь, в надежде на то, что эта жертва дарует им презрение и единение с их богом. Но что, если этот бог слеп? Так, бомба-кристалл взрывается, но это было. Ну все, и перья пофармил. Больше у нас ничего такого нету. Ладно, побежали. Так, укрепленный шлем. Пехотинцы борются стандартного образца, кто-то добавил ему утолщенный обкладку и нанес линии краски на поверхность, сделав ее уникальной. Живучесть единица. Ну, хорошо, что я шлем взял. Блин, вся магия находится в черном дыре. Блин, а жалко, его нельзя так забайть. А почему он бьется молнией? Так, тихо. Ух, я понял. Думаю, будет тяжко сражение с боссами. И видите, главное, что в натуре все способности находят. Хотя, может, это только способности, а не книги мои. Ну, типа, урона. Ай-яй-яй-яй. Надо будет заново потом бежать. А нахера я тогда дыхаю? Ладно. Ну, теперь нужно урон вкачивать. Я смотрю, там камешки какие-то. Я хочу то забрать, что сверху. Я хочу это забрать. Что это? Улучшение пера. Так, перо усилено. Максимальное количество исцеляющих перьев теперь 4. Воу! Ага. То есть у нас два выбора, да? Не очень хороших. А я сейчас здесь. Я могу спрыгнуть вниз. Я могу пойти сюда. Здесь тоже, в принципе, ничего нету. Так, аура крови получена. Так, аура крови. Завершающие удары в комбо восстанавливают 5% здоровья, пока его запас не ниже 70. А дух вампир, поглощая пролипшую кровь, приправляя части ее целительной силы на владельца. Так, вопрос. Это это аура. Аура одноразовая, интересно, или нет?
Если она будет всегда, это очень хорошо. Так, том с Совиным королем. Королевство у Совиного короля, я лишь имя. Я ничего не единым. Его поданного, но что в плеч? Отлить людей пару достаточно одной его титула. Так, вы получили заметку о боссе. Откройте инвентарь. Так. Совиный король. Том 1. О бессмертном. О, 5% урона боссу. Королевство у Совиного короля лишь имя. У него нет ни единого поданного. Но чтобы впечатлить людей, порой достаточно одних титулов. Понятно. То есть, вот это намек на то, что сколько будет боссов? Двадцать боссов. Ау. Я все равно бегу заново и заберу то, что там находится.